Тут все хорошо, великолепная погода, красивые пейзажи, хороший отель, хорошее питание, все, что нужно для проведения сборов. Тут Санжи два раза было, сейчас с Зенитом. Ну, для меня хорошее, счастливое место. Санжи здесь был, играл после этих сборов, вышел на чемпионат, играл в составе. Надеюсь, Зенита пройдут сбор. Буду надеяться, что тоже выйду в составе. Отдохнули, обоймы перезарядили. Теперь с новыми силами в новый сезон. Потому что в этом году, 14-15 году, мы принесут нам более положительные эмоции, чем в предыдущий сезон. Шави, нету. Айзули. Мы бегаем с определенными пульсами на тренировках утренних, и там видно, кто в какой готовности находится, и уже, мне кажется, тренер будет сам решать, кому сколько игрового времени дать. Если мне доведет сыграть, конечно, я рад буду сыграть. В этом межсезонье русская, скажем так, часть «Зенита», она немного подуменьшилась. Ушли Быстров, Бухаров, который еще уехал раньше, они были в аренде. Роман Широков. Насколько стало сложнее справляться с иностранцами? Да нет, у нас наглая молодежь подрастает. Ну, в хорошем смысле наглая, амбициозная, которые пришли ребят. Я думаю, ну, что у них все шансы, все карты в их руках, как говорится. У нас, наоборот, еще больше стало. Сколько человек молодых с дубля приехало? Человек 6-7, наверное, если считать вратарей. Я думаю, это замечательно, когда молодые игроки. Себя помню в таком возрасте, когда едешь с основной командой. Это как праздник для тебя, это как успех той работы, которую ты проделал там, в юношеских школах и в дублях.